друзья, приготовились. Раз. Два. Три. На торжественной церемонии участники поставили штамп на почтовом выпуске «Великие русские путешественники под призмой филотуризма». Этот процесс называется гашением марки или аннулированием знака почтовой оплаты. А сегодня этот ритуал запомнится как исторический момент. Ведь на открытках новой почтовой линейки рязанские путешественники – Михаил Винюков, Василий Головнин и Михаил Малахов. Неотъемлемо, и так сказать, такая же фактически синхронная часть той деятельности, которой мы занимаемся, это вот, так скажем, распространение знаний, образовательный процесс с точки зрения наших великих первопроходцев, в первую очередь рязанцев. На повестке встречи филотуризм. Направление придумал исследователь-путешественник Валерий Сушков в 2020 году во время пандемии. Тогда люди были вынуждены отказаться от туризма по понятным причинам. Филотуризм предполагает познавательное приключение и изучение территорий через призму филателии и историю почты, рассказывает автор проекта. Мы путешествуем под призму филателии. То есть мы делаем какие-то изыскания почтовые, и благодаря историческим фактам изучения отечественной почты, зарубежной почты, мы путешествуем, в частности, по России, в том числе по всему миру. Но мы сами делаем еще и марки, виньетки не почтовые, сами выпускаем конверты, открытки. Делаем это очень интересно с точки зрения исследований. Если мы поднимаемся на воздушном шаре, значит, мы вспоминаем, к примеру, что такое аэростатная почта. Если мы идем на собачьих упряжках по уссурийской тайге, то мы вспоминаем, что такое почта на собачьих упряжках или там собачья почта и так далее, и так далее, и так далее. В общей сложности за экспедицию освоено 40 маршрутов. Причем филотуристическое путешествие проходило на земле, по воде, в воздухе и даже в космосе. На практике экспедиция проходила в режиме нон-стоп в формате земля под землей, вода под водой, воздух и даже космос, потому что в течение месяца проходила эта экспедиция. А замкнули мы 9 сентября мы начали в Москве, полетели на самолете, это была авиапочта. А завершили мы космической почтой в Русском географическом обществе, обществе изучения морского края, Приморского краевого отделения в городе Владивостоке, и провели сеанс радиосвязи с космонавтами, которые мимо нас проплывали. Высота была 419-420 километров. И мы замкнули таким образом космической почтой. Цель проекта «Великие путешественники под призмой филотуризма» – это возрождение традиции русских путешественников в исследованиях и открытиях, а также пропаганда туризма и почтового дела, которые вносят вклад в экономику России и помогают укрепить связи между народами разных стран. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».